Всем привет, с вами Алия. Давайте узнаем самые интересные новости. Вот это мы понимаем, панк-рок. Исполнитель роли горшка в сериале «Король и Шут» работает дворником. В свободное время Константин убирает территорию у Александра Невской лавры. Говорит, это не только дополнительный заработок, но и своего рода медитация. К уборке артист относится внимательно и с душой. Даже ведет об этом блог. Кстати, его кумир в начале своей карьеры тоже занимался физическим трудом. Горшок учился в реставрационном училище и подрабатывал, ремонтируя офисы. По стопам великих, так сказать. Израильские ученые доказали, что растения умеют кричать от стресса. Так что не удивляйтесь, если ваш комнатный фикус на вас наорет. Для эксперимента исследователи взяли томат и табак. Их не поливали и обрезали им стебли. От таких издевательств растения стали издавать частые и высокие звуки, которые напоминали хлопки. Все это фиксировал компьютер. Но обижать зеленых друзей точно не стоит во имя избежания абьюза. Витмо дропнули платье-хозяйственную сумку за 113 тысяч рублей. На этот раз дизайнеры вдохновились духом России 90-х годов и воссоздали ту самую клетчатую сумку в виде платья. Так вот, что имеют в виду, когда говорят, как мешок с картошкой. Невыдуманная история, о которой невозможно молчать. Пользовательница соцсетей рассказала, что ей 2 года изменял муж, а когда тайное стало явным, извинился, выложив сердечко из 6 творожных сырков в ИУ Александров. Девушка уверяет своих подписчиков, что это не шутка, а суровая реальность семейных отношений. Пользовательница отметила, что сырки были в горьком шоколаде, а пару из них уже были просроченными. Кринж или все-таки рофл? Вопрос риторический. На этом все. Оставайтесь с нами, у нас весело.